Илья, коротко о себе, достижения, регалии, ну и, наверное, о своем спорте. Меня зовут Илья Поярков, я являюсь призером Европы OIGG, чемпионом России ACBGG, IBGF, AGP, ADCC. У меня 4 профессиональных боя, в том числе сейчас вышел финал гран-при лиги OpenFC, собственно, на гран-при 77 килограмм. Постоянно выступаю на разного рода суперсватках, являюсь чемпионом разных турниров абсолютных весовых категорий, международных турниров, в общем, куча всего. О моем спорте, соответственно, я специализируюсь на грэпплинге, джиу-джитсу. В последнее время очень много стал бороться в ноу-ги. Имею абсолютно разносторонний план борьбы, начиная от борьбы стойки, заканчивая от прессинг пасов, болевых на ноги и, в общем, всестороннем развитии в направлении грэпплинга. И джиу-джитсу. Это если как-то... Коротко. Коротко, наверное, да. Как аудитория наша? Весьма интересно. Она задорная. Очень целеустремленная, я бы так сказал. Рома молодец, что очень много вкладывается в своих людей. Привозит практически каждый месяц сюда какого-то нового мастера. Вот недавно был буквально Леонид, ему большой привет. Вот. И в том числе я приехал. Рома сам постоянно участвует на турнирах, сам постоянно изучает материал, работает как над собой, так и над ошибками своих подопечных. Это немаловажно, я сам это прекрасно понимаю, что ты прежде всего должен работать над самим собой, и тогда ты уже можешь что-то дать своим ученикам. 3 топовых сабмишна, по твоему мнению, компетиторских. Я тебя просто придумал сейчас на ходу. Ну, я назову, пожалуй, 3 топовых своих сабмишна. Можно и так. Это Кимура, Ахилл и скрутка пятки. Все? Да.